стадо коров идет с пастбища. Колокольчики. Видно, да? Мы сегодня были на их ферме. Там магазин, сыры настоящие. Продаются из этого корвовива непастеризованного молока. Ой, вообще, такая прелесть. Ой, там гром гремит. Дождичек понует. Лунится 40 градусов, а здесь 20, наверное, не набежит, наверное, 15 перед дождем. Вот он, горнолыжный курорт Исола, Франция, летом. Летний вариант горнолыжного курорта. Ой, ну коровы меня потрясли. Тут ручей у нас всю ночь, не ручей, а водопад. У меня всю ночь шумел. Тишина, и этот шум воды, прелесть. Еще вверху там он коттеджи. Горы. Вид, природа, воздух. Обалдеть. 2000 км над уровнем моря. Дышится сегодня неплохо. Вчера было трудновато. Ой, коровки идут. Там магазин внизу. Хотели сегодня в магазин. Дождичек капает. Коровы. Сейчас они тут мимо проходить будут. Надо посмотреть. Там, по-моему, пастух с ними. Поближе посмотри. Фуникулёр остановился сегодня утром еще в разные стороны. Интересно, что они там делают на горах. Просто на экскурсию. Ну, коровы всю траву сейчас едят. Ой, пошла к я в комнату, холодно. Коровы, пока.